рассмотрит исполнение бюджета Тюмени и обсудит учреждение знака за волонтерство и милосердие. Уже завтра состоится очередное собрание Тюменской городской думы. Депутаты поднимут вопросы о внесении изменений в устав города и исполнении бюджета за 2020 год. В повестку также включены темы, регулирующие жизнедеятельность областного центра и поощрение медицинских работников. Заседание пройдет с учетом ограничительных мер. Начало в 10 часов. Присоединиться к трансляции можно на официальном сайте гордумы.